Озеро Гатное – излюбленное место отдыха жителей Куйбышевского района. Отсюда открывается живописный вид. Нет. Вот живописный вид. С воды территория вокруг озера, скорее всего, выглядит как большая свалка. Прекрасная природа, рыба клюет, на камнях можно позагорать. Люди отдыхают, да так, что после них хоть потоп. А на борьбу с мусором, как всегда, выходят те, кто меньше всего ссорит. Я так понимаю, здесь больше всего отдыхает молодежь. Вот с молодежью сейчас и пообщаемся. Скажите, пожалуйста, вы рады, что сегодня прогуляли школу? Нет, я не рада, но я рада, что мы делаем такое хорошее дело, как убираем наше самое большое озеро в черте города, Гатное. Ученики 177-й школы выходят на уборку Гатного каждый год. К делу подходят основательно. У каждого своя функция. Кто листву гребет, другие мусор собирает. Мусора, мягко говоря, много. Горы пивных бутылок и залежи шприцов. Пытаемся навести порядок. Как настроение сегодня? Отлично. Не испортило вот это все вот такое вот разнообразие? Не испортило. Отвратительно относятся люди. Всякие приходят сюда, хулиганы, мусоры здесь, поджигают еще что-нибудь. А здесь что, викинги, варвары отдыхают или что тут такое? Ну, это смешанная тут аудитория отдыха. Тут большинство отдыхают, конечно же, образованных, в принципе, люди. Но есть все-таки, которые оставляют за собой грязь и бутылки, грязный мусор, в общем-то. То есть здесь интеллигенция много собирается, да? Ну да. Кто не здесь читает книги, играет в бадминтон? Ну да, тут играют в мяч, в волейбол, играют в воде, то есть могут сделать соревнования какие-то. Убрать территорию вокруг местных озер надо оперативно, через неделю-другую вода разольется практически до Кряжского шоссе, а затем схлынет, унося с собой тонны мусора. Молодежи на помощь приходят более опытные товарищи, члены ТОСов и общественных организаций. Едут, кидают жители местные. Несут сюда, контейнеры стоят, они вот их игнорируют, а все сюда. Так они же здесь живут, как они вообще так? Ну, значит, не заинтересованы в порядке, я думаю, так. Я не знаю, почему люди стали относиться так наплевательски к этому, или воспитание такое пошло. Ну, я бы не сказала, молодежь, вот, смотрите, работает, помогает нам все время, в любых начинаниях. Вам стул не нужен никому-то? Может быть, и стул пойдет. Территорию приводят в порядок довольно быстро. Работают дружно, слаженно. Если надо будет, выйдем еще, говорят участники уборки. Но если не менять мировоззрение нерадивых горожан, все усилия пропадут даром. Через какой промежуток времени все вернется в старый вид? К осени. Вот к осени. Лето продержимся, да? Лето продержимся, да. Вот к осени, уже вот к концу осени, уже опять начинается, да. Хочу сказать, вот мы в прошлом году убирались, было еще грязнее. Вы знаете, в этом году почище. А почему, как вы думаете? Ну, я все-таки думаю, наверное, вот то, что вот каждый год вот такое происходит, может быть, стыдно жителям становится, что вот дети за ними убираются. Вот и приходится ответственным жителям района обращаться к своим неаккуратным соседям, упрашивать, агитировать, подавать пример. Люди, жители нашего района, жители города, вы посмотрите, ведь для нас уют создают красивые дома, красивые здания, красивые театры у нас, дворцы культуры, школы, стадионы есть. А мы же мусорим все. Хотелось бы призвать всех. Давайте будем бороться за чистоту, всегда за чистоту города, за чистоту тех мест, где вы проживаете. Положительная динамика есть, ставят диагноз участники уборки. В этом году мусора значительно меньше, чем в прошлом. Сознание людей меняется в лучшую сторону. Однако есть над чем работать. Работать не только добрым словом, но и быстрым делом, с лопатой и граблями в руках. Если вы хотите присоединиться к неравнодушным самарцам и принять участие в грандиозной общегородской уборке, милости просим. Хорошим делом можно чуть-чуть похвастаться. Звоните нам по телефону 202 11 22, и вы станете героем большой чистки.